нами начался новый 2014 год. Этот год президент Российской Федерации четко сказал, это год культуры. И я рад тому, что вот этот прекрасный год культуры начался здесь у нас в городе с выдающегося, я бы сказал, события в культурной жизни нашего города, вот с такой прекрасной выставки. Евгений Александрович многие годы возглавлял Челябинское региональное отделение Союза художников и очень много сделал для Челябинска, для города Орска, для вообще Оренбуржья. Он также руководил, кроме того, что он руководил работами по созданию монументов героям города Орска, еще сделан вот не так давно памятник Рычкову на привокзальной площади города Оренбурга. Это вот в основном заслуга Евгения Александровича. Спасибо, что нашли время прийти. Я понимаю, что у каждого свои дела, нашли время. Спасибо за добрые слова моим друзьям. Многие идут где-то, плачутся, рассказывают, что вот так плохо у нас. Я немножко другой способ выкал. Вот когда меня что-то беспокоит, я выкладываю на холст. И поразительно, что меня потом это беспокоить перестает.